Вот, Чик, знаешь, что мы сегодня будем делать? Вот как ты думаешь? Давай, предположи, это контракт обмена, это CSGO, карикатуры. А ну-ка, кого мы сегодня будем рисовать? Так ты уже сказал! Да, я сказал, но я не сказал, кого мы будем рисовать. Ребят, сегодня мы рисуем гопника number one in the world. Это Серега Фишер и как бы, да, вот. Но перед этим у нас есть 15 долбанных спектр ключей и 15 долбанных спектр 2 кейсов. Так что приступаем к делу и надеемся на то, что нам сегодня дропнется какой-нибудь My Real Life. Короче, Knife Life, это прям созвучно, прям такие какие-то синонимы, но вовсе не синонимы. Да ну, и... нафиг это все, сейчас будем Серегу у меня, рисовать. Слышишь, у меня лента, у меня лагает лента вращения вот этой вот шляпы усатой. Да ну, у меня не прогружается все, смотри, у меня лагает 35 кадров, что? А, я знаю почему, там, короче, типа диски заняты, вот, и поэтому выпадает квадрант. Данил, Данил, чё это ты там скачиваешь такой? А, я построение пиков в Sony Vegas на новое видео делаю, I make this. А я думал, что-то более похабное. Нет, нет, нет. В общем, ребята, открыли мы два кейса, открыли мы два, использовали два ключа, нам не выпало ничего, выпала бабкина табуретка и квадрант, шляпа, нафиг, открываем дальше. Сходу открываем и выпадает нам какой-нибудь классный, мощный суперский. Да. Ну, это мощно, это мощно. Синего выпасть это мощно. Ребята, вот вы заценили, вы просто заценили этот шквал лютый синевы, это, посмотрите, Ниагарский водопад и синевы, вот посмотрите, вот, вот, вот он на рубеж. Ну, хотя, кстати, знаешь, бабушкиных табуреток и треснувших опалов хотя бы меньше. Ну, у нас, короче, всевозможное оружие с первой строчки и... Что? Что было сейчас? Где мой нож? Я понял, это сейчас, короче, выпал нож. Это выпал нож, у меня, короче, типа, не, братан, типа, да, залагало, да, да, да. Типа, тебе синева выпал, ты расслабься, ножа не было. Ничего не было, о, бабушка. Да пошло в жопу, где синий, где розовота, красновота, что за хрень? Давайте не будем унывать, потому что у нас есть контракт обмена на нашу императрицу, и да, просто вкусняшки был. И давайте, закидываем просто, используя в контракте обмен наш ПП Бизон, с него у нас получается императрица сама, собственно говоря. И как бы нам теперь нужны... антиквариаты, mm-hmm. Вот они у нас есть. В принципе, можно даже закинуть. Ого, сколько этих азартов, да, после полевых испытаний. Давай, как говорится, шанс-то увеличим. Выпадение хорошего скина и закинем побольше азартов. И закидываем теперь антиквариаты. Антиквариат, 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 еще один антиквариат. Так, после полевых, 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 после полевых. Ой, то о чем это я? Закончили. Так, да, 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 помнишь это? Я собака, ты собака, я собака, ты собака. Когда кому-то, знаете, что, в общем, там такой алгоритм был, и он так прикольно-то говорил, у всех подгорало из этого. Так, как я говорил, мы сегодня рисуем Фишера, и, ребят, с чего начинается любой гопник? Вот, Чик, с чего начинается любой гопник? Семечек? Так, семечки, нет, любой гопник начинается с цигарки, большой классной сигареты. Давай нарисуем. Не-не-не, сделай из носа, чтобы торчало, тогда все правильно будет. Точно! Ну мы уже, короче, как бы это, завафлились с носом, ну ладно, почему бы нет, это, короче, шнабак такой. Это Серега, это что на Серега Фишер, кто не понимает? Это, короче, нос, его очень плохо видно из-за вставки вот такой, ну это, короче, нос такой, вот он, это нос. И, короче, нарисуем Серегин глаз, такой, ну он же гопник, типа, он такой, типа, че, братан, есть че почем? Полуприщуренный, один глаз полуприщуренный, такой нормальный. Еще надо ресницы ему большие модно нарисовать, типа, он же этот, он типа, а что-то у него в жизни не пошло, почему гопниками становится, что-то в жизни не пошло просто, разочаровался пацан. На ресницы большие, не брови. Ой, я перепутал, это бровь. И за ними, короче, брови вот такие вот. Это, короче, брови сзади, ребят, чтобы вы понимали. Я буду говорить, это, короче, зрачок, это глаз. И тут он, короче, перекурил, когда этот табачок в голову-то ударил. Такие вот это самые, этот, злые глаза. Короче, а второй это... глаз. Так, это, короче, шнобель. Ну, блин, пипец, из-за этой вот черной хрени нос на нос не похож. Давай поэтому дорисуем нос вот таким. Ну, это вот ноздри, короче, большие. Образом, ну, да. Три это, ноздри! Короче, это не три ноздри, это две ноздри, все нормально. Нос большой, сигарета есть. И из-за этой черной хрени нифига не по... А, нужно еще, короче, нарисовать бровь обязательно.
Давай, короче, теперь мы нарисуем рот, теперь у него вот такой вот, короче, рот будет довольный. Он, короче, увидел, походу, очередную жертву, которой можно взять телефон, позвонить. Да, и да, это, да, короче, да. Вот такой вот рот у него. Рот и очень плохо зуба, похож два на зуба. Рот. Два это, зуба, это... главное. Да, главное, два зуба. Это губы, короче, такие. Давай ему сейчас четкие контуры рта выделим. Это, короче, зубы такие у него. Чик-чик, чик-чик-чик-чик. Это зуб такой. Ой, знаешь, ты что? Сигарета плохо, на сигарету похожа, на такую сигарету боль такую, такую большую самокрутку. Она, короче, с мундштуком. Зафигачит, это, короче, такая сигарета, и он ее, короче, через нос так вот фигачит, короче, парит, дымок такой фигачит с нее. И надо ему контуры лица обязательно нарисовать. Вот, надо ему нарисовать обязательно шею. Вот такая, короче, у него шея тут идет. Накачанная, да, такая. Накачанная прям, шея блин, или заплывшая жиром, я не знаю. Тут, короче, у него такие руки идут. Это ноги. Такой... Это уже ноги? Да, это ноги. Короче, ладно, это будут ноги, хорошо. Ноги на лыжах. Шпагат, да, шпагат у гопника. Шпагат у Сереги гопника. Просто, ребят, это шпагат у гопника. Впервые в жизни вы видите гопника, севшего на шпагат. Ну, это, короче, у него штаны такие, это у него, типа, пуговички здесь такие, это кармашек модный. И вот такие у него ручки. Да-да-да, дохленькие такие. Он, короче, браток, есть же что позвонить. У меня вот, типа, Семен, телефон есть, Сименс такой, это, такие кнопочки у Семенчика. И тут, короче, порнушка на экранчике у него, он довольный сидит. Это, знаешь, это, короче, Брюс Ли на минималках, короче, когда в суровую русскую зиму приехал. Ладно, это не Брюс Ли, это у нас Серега Фишер. И, короче, ребят, контракт обмена фактически готов. И давайте отправимся это дело в контракт, порадуем Габена нашим очередным творением. Просто карикатура на Серегу. И если вам нравятся карикатуры, ставьте больше лайков, мы будем больше рисовать всех. А также пишите, кого нарисовать в очередной раз. Императрица выпад! Хамелеон, 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 хамелеон! И на этом моя жизнь прекратила нормальное существование. Просто какого, блин, хрена хамелеон? Ребят, вы просто посмотрите на то, что нам сегодня выпало. Это самое, да. Вот, смотрите, в общем. Вот отсюда все начинается. Видите? Вот, короче, следопыт, да, вот. Море синевы, море синевы. Блин, тут, короче, о, знаешь что, давай пойдем дальше. Давай нарисуем Серегу не в контракте, а в фотошопе. Сейчас ему фотку реально зафотошопим ему. А то КС вообще просто печаль, беда. А потом мы продолжим и сделаем кое-что интересное, ребят. Эй, нас обманули, шапка не PNG вовсе, какого хрена? Так, ладно, давай ее, короче, мы сейчас отредактируем, возьмем ее, выделим. Давай, ее надо сперва растрировать. Да, я, короче, фотошопом тоже вырезаю. И, короче, вот так вот мы ее растрировали, да. Все. Короче, вот, у нас есть шапка. У нас произошла небольшая проблема. У нас есть четкий шапарик. Нет, подожди, его нужно вырезать. Он неправильно, короче, выглядит, неправильно садится ему на голову. Слушай, идеально ведь села. Да. Так, это, слушай, это реально идеально села, хорошо просто зашла на него, да? А, гопники, потому что же разговаривают, типа, у них хорошо должен быть развит речевой аппарат, поэтому нужно ему, короче, роток ему побольше замутить, вот такой роток ему сейчас замутим, подожди, чтобы все четко было, вот такие ему, короче, губы. Такой, браток, же есть телефон, что позвонить сейчас, это самое, наберем, позвоним. Так, готово, вот такой ему, короче, роток мы сейчас намутим, роток фактически готов. Сейчас он вообще идеально будет вписываться в интерьер лица. Так, надо его чуть поменьше, вот так вот, вот так вот. Губки. Это от очередной панкияшки повел ротик. Так, смотри, сейчас, ребят, сейчас произойдет магия. На ваших глазах Серега с нормального пацана преобразуется в жесткого самого четкого гопника. Не, подожди. Смотри на его глаза. Давай подкорректируем, подожди, надо обязательно подкорректировать, ему, короче, слои сейчас подмазать, чтобы вообще все четко, все сходилось же есть, все четко было, вот так вот, сейчас все сойдется четко, просто ляжет. Какой гномик! Короче, все, ребят, мы нарисовали Серегу, надо было вот такую фотку отправить в контракт обмена, было бы вообще все идеально, фактически, нам бы, наверное, выпала императрица, и, ребят, мы теперь продолжаем. Даню, что мы сегодня...
сегодня будем открывать? А сегодня, мой дорогой Чик, мы будем открывать множество кейсов засекреченные. Будем фармить топ-нож. Ну, я надеюсь, мы окупимся. На балансе у нас есть 8000. И, ребят, это easydrop.ru. Это ваш, наш, просто офигенный, любимый сайт. И, кстати, здесь есть кастомные кейсы подписчиков. Давай откроем их и просто пишем, допустим, кириллицей Quantum. И что у нас есть? Так, у нас... Смотри, давай фильтруем по дороговизне. Посмотрим, какие тут... О, по 6 тысяч кейсов, смотри. 8 тысяч, все для тебя. Моря и океаны. Где этот кейс? Давай откроем его. Вон, где там он? Все для тебя. 200. Как раз в тему ролик. И смотри, что такой сундук модный. И, короче, давай, смотри, у нас есть керамбит, у нас есть свеговские наклейки. И как бы, да, драгонлор, блин, пипец. Драгонлор, конечно. Сейчас, по-моему, вот из этого драгонлора мне выпадет этот новоскоростной зверь. Да, по-любому. Ну, потому что шансы думаю, убиты. Что по 90. Ладно, давай открываем его медленно. И я надеюсь, этот кейс окупится. Просто, чувак, ты создал этот кейс, раза, и я надеюсь, да, он окупится. Пожалуйста, с первого раза. Давай, ты же Лаки. Лаки. О, ну, он не окупился. Пустынный засранец. 4000! Он стоит столько? Он столько стоит, серьезно? Охренеть, он походу прямо с завода. Ну так-то неплохо, слушай. Кейсик-то подписчика зашел, слушай, неплохо зашел. Так, давай откроем какой-нибудь, это фиаско, братан. Это фиаско, братан, открыть быстро. Это фиаско, братан, реально. 6 рублей, быстро, 6 рублей. Еще раз. 21, но он даже не окупается, смотри. А, вообще. Слушай, что-нибудь выше 40 рублей выпадет? Вот мне просто интересно, что-нибудь выше 40, сейчас чисто покрутим его. О, 461 был! Понимаешь, сколько мы сейчас открытий сделали, и вот все эти открытия окупились вот кейсом, чтобы мы в минус не ушли. Да. Давай откроем какое-нибудь случайное тайное, оно у нас по скидочке. Давай. И стоит 600 рублей, здесь тоже много классных скинов, и, ребят, открываем случайное тайное. И нам обычным сейчас... Обычным образом выпадает что-то волшебное, Драгон. Нет, блин. Мы не окупились, мы сильно в минусе, и как бы... Батлстар! Давай откроем быстро, быстро! Продадим, быстро! Продадим. Ой, статрек, юз по убийству! Мы забираем его, сколько на 2800 остается на балансе, пойдем, короче, все, мы с тайного уходим, и, короче, пойдем... О, давай засекреченное. Давай засекреченное помучаем. 200 рублей. Стоит он 249 рублей, не окупились. Открыть... 50 рублей. 78, не окупились. Не окупились. Не окупили. О! Статрек, нормально, нормально вообще пошло. Так, слушай, у нас выпал 4000 пустынный засранец, да, вроде за 4000. Выпал юз и засранец, да. Да, шанс ножа, короче. Ну давай продадим, откроем шанс ножа. Что ты думаешь по этому поводу? Продадим? Рисково будет, но мы идиоты, поэтому можно. Да, я тоже так думаю, поэтому давай его продадим. Где он, блин? Я Офигеть, он просто ушел вниз. Где он? Вот он. Продаем его за 4000. И, ребята, мы теперь открываем фарм топ ножа. Вернее, шанс ножа 80%. И открыть обычно. Конечно же, обычно. Потому что такое... надо просто понимать, что происходит. Нет! Нет! Где Димон, короче? Открыть быстро. Вот это самолет. Плохо. Может, еще раз откроем нож? Ну, слушай, по-моему, это будет жопа. Это будет фиаско, братан, если он сейчас не выпадет. 2000, это не фиаско, братан. У нас есть юз, у нас есть нож. Мы уже, короче, баланс изначально-то окупили. И давай на 2000 что-нибудь еще помучаем. К примеру, какой бы кейсик. Давай фарм топ ножа. Сразу 100 открытий и быстро все откроем. И... Ничего не выпало, конечно же. Ничего. Давай, может, 1500 пару раз случайное засекреченное. Быстро. Давай. Быстро. 95 миллион. Быстро. 279. Быстро. Ага, быстро. 239. И на этом, походу, все. У нас еще контракт обмена. Давай закинем ненужное в контракт обмена. Вот это и вот это. И просто 2100 у нас общая стоимость. Что? И нам выпадет... Нет подходящих вещей на ботах. Короче, все, полномочия, все. Это фиаско, братан, да, как бы все дела. Вот. Ну, в принципе, у нас есть офигеннейший юз, и у нас есть боуи нож, ночь, короче. Да. В принципе, классно. Вот они нам выпали где-то там внизу. Зато можем порадовать.
радоваться теперь. Да. Хоть что-то. Ребят, ну что же, на этом все. С вами был Квантум и Чик. Играли мы на сайте easydrop.ru. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лукасянского. Побольше лукасянских, будет больше видео. И как бы, вот. Всем до скорых встреч, всем пока, всего хорошего. И как бы, пока. И не забывайте свои предложения в комментариях. Писать, кого рисую в следующий раз. Всем пока. Кстати, мы графический планшет специально для тех дел купим, чтобы не мышкой рисовать. Потому что, понимаете, мышкой там полигончики скашиваются, некрасиво получается. А там да. Более точно рисовать. Вообще будет ор выше гор. Ладно, ребят, всем пока.